В Якутске продолжается неделя борьбы с инсультом. Специалисты советуют обратить внимание на первые симптомы заболевания. Важно оказать помощь в первые часы, уверяют медики. 27 октября в республиканской больнице номер 2 можно пройти диагностику и лабораторные исследования. Одной из причин развития болезни является нездоровый образ жизни. В республике количество инсультов за последние 5 лет уменьшилось, однако ежегодно регистрируется более 1500 инсультов. Следует отметить, если раньше заболевание было характерно для лиц пожилого возраста, то в последнее время инсульт встречается и у молодых. В неврологическом отделении для больных с ОНМК в мужской палате лежат 3 пациента в возрасте до 30 лет. Причины инсульта в данной категории пациентов отличаются от причин инсульта у пожилых людей, у которых основная причина – атеросклероз, артериальная гипертония. У молодых людей причинами инсульта часто бывают заболевания сердца, бактериальные эндокардиты, заболевания крови, тромбофилия, как врожденная, так и вторичная тромбофилия.